Мы с Катей прокопали новое устье для реки Зырянки. Теперь вода из реки Зырянки может попадать в Обское водохранилище по дороге на 5 метров короче. Вот каков результат нашего дела. Раньше воде приходилось течь в обход через эти палки и огибать вот этот песчаный мыс. А мы прокопали вот такой прямой канал, и вода может попадать в водохранилище сразу, не застревая.